27 сентября в ходе проведения 86-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, которая продолжается в городе Пекине Китайской Народной Республики, состоялась встреча министра внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзады с делегацией Турции во главе заместителя министра внутренних дел Мехметом Эрсом. В ходе встречи стороны обсудили о сотрудничествах между коллегами по задержанию и экстрадиции граждан Таджикистана, скрывающихся в Турции от преследования режима Рахмона. Было отмечено, что в борьбе с так называемым терроризмом, экстремизмом, сотрудничество двух стран находится на высоком уровне, и в этом направлении осуществляются совместные мероприятия. Напомним, в Турции на сегодняшний день проживает огромное число политических беженцев из Таджикистана, вынужденных покинуть родину после начала репрессий со стороны властей по религиозным и политическим мотивам.